Я научный сотрудник, обычный биофизик. Сказал, какие артефакты мы изучали, что делать. Гост, я правильно понимаю, то, что нам двигаться вдоль дороги, и мы придем к вам? Да. Последние Потом нужно дни все... будет чисто Они меня направо перебили. идти вдоль забора. Вот, короче, идите там вдоль бобра. дороги, Валялся, пить направо. Охота у меня хоть. Фляжка Впереди... была, я воды попил. Там зомбированные, отходи, отходи. Там волки эти, вот. Как же мне повезло, что вы меня встретили. Может, обойдем втихую их? Может, наверх? Наверху есть зомбированные. Наверху зомби тоже. Я не знаю, вообще без понятия. Или прям вдоль прямо забора. Прошло, давайте прямо по заборам. Минус два. Один на дороге у столба идет на тебя. Не наблюдаю. Вижу. Двигаемся. Давайте. Может, на бункер? Я не могу туда возвращаться. То, что там произошло, вы бы видели. Давайте вы двое на разведку. Вперед на бункер. Мы следом. Дистанция сотка. Обоим вам. Дистанция сотка. Парни, будьте начеку, а то у меня что-то в глазах немножко... Как вам сказать... Наблюдаем контейнеры. Идите на бункер. Забейте, не поворачивайте направо. Идите на бункер. На бункере сейчас какая-то ситуация. Понятно, нет? Чисто все. Зомбированных много. Просто обходите их. Не стреляйтесь, не палите себя. Отче, перед вами должен быть один зомби. Обойдите справа. А наглушенные же они не реагируют. Реагируют. Так это не наши вроде стреляли. Аномально. Я стрелял. Зомби прям на ученого нарвался. Локи, на себя их берем всех. Бегут, бегут, пацаны. Так, у нас проблемы. Останавливаемся здесь. Вон, вон, прибежали, прибежали. Вон, ворот. Фон чистый. Подтверждаю. Зомби не вижу. Ага, вот что мы вас спасли? Я не написал пока в это. Вот. Тамбур, тамбур, вон туда, вон. Кто там, наши, да? Давай, давай, давай. Кто там? Я тебя за руку хватаю, за мной иди уже. Молодцы, пацаны. Так кода нету, блин. Мы код не знаем от Кодовцы привели, пришли. Родные. Откройте, блядь, откройте дверь, вы меня закрываете. Луня, ты...
то есть. Ты? Го. Закрыть. Свои. Что произошло? Лунев, ты куда, блядь? Да что? Да лечь не могу. Здорово, парень. Снимайте позиции, распределяем. Распределяемся. Занимайте позиции. Раз, два, да. Локи. Локи в нашей группе тоже есть Локи. Локи 2 он будет. Как давно он у вас появился? Недавно. Ну вот значит у вас лживые Локи. Кто я... работает? Это глушитель? Очищаю вам дорогу, это не глушитель. Со стороны завода зомби. Да, вот. Да. Так, сталкера, внимание, вопрос. Кто был в момент нападения здесь? Как они смогли вывести ученого? Одеваем газики и двигаем. Сталкеры упали как могли уже. Я вот даже в спину стрелял этому. За спины его монолитов стрелял. Меня ранил он. И это сразу его когда-то... Монолиты. Он просто, просто испарился, блин. Да, я...